Побывать на выставе, где все у шоколаде, у Гомельским палацево-парковым ансамбле международная экспозиция, присвященная мастерству у шоколатье. О тонкостях шоколадных скульптур на смачной выставе доведалася Ганна Ковалева. Рояль, люстерка, фігурки пінгвінов і пан, столовые приборы – усе з шоколаду. На выставе у Гомелі ён не у якості десерту, а як матеріал для творчості. Руку до апетитних шедевров приклали шоколад'є з Білорусі і Гонконга. Використовували больш за 10 складаних технік. Представлені експонати зробили за 4 місяці спеціально для показу у Білорусі. На їх пішло больш за 2 тонни шоколаду, причому білоруської якості. Самий великий експонат вистави – Ейфелева вежа. Вядома, яна тут не реальных памеров, а усяго каля 2 метров. Однако на яе стварэнне пайшло 65 килограммов шоколаду. И это рекорд сярод усіх экспонатов выставы. Тут есть работа гомельского кондитера Дмитрия Антипенки. Летась яго скульптура под назвой «Морский волк» атрымала бронзовую медаль на Кубку свету по кондитерским мастерстве у Люксембургу. Пришлось бы в авральном режиме быстро делать, времени вообще было мало. Сделал быстренько, дня за 4. И пошло, наверное, килограмм 30 шоколада в общей сложности. Каб шоколадные экспонаты не растаяли, у помешкання подтрымливается отповедная температура. Увогуле экспозиция заняла одразу 3 выставочные залы. Для оформления выкарыстовывали специальные 3D-стенды. Сдымки на их фоне отрымовываются с реалистичным эффектом присутности экспонатов и человека у одиной просторы. Трясемся над каждым экспонатом, на самом деле это очень сложно. Вы видите, какие у нас мелкие детали, это все непросто. Срок годности 2 года, поэтому многие экспонаты потом мы будем утилизировать, но пока еще мы можем спокойно транспортировать, дай бог, чтобы они хорошо пережили дорогу. Однако шанцуя не завсёды, тая ж Эйфелева вежа доехала до Гомеля со шматлигими раскулинами, тому непосредно на месте яе пришлось реанимировать. При этом за 3 года існавання проект побывал у 20 городах свету. Его светками стали каля миллиона человек. Гомель – одинный областный центр Беларуси, який принял выставу. Дарэчы, тут шоколадное мастерство дозволит не только убачить, але и поспробовать на смак. Мы будем давать возможность нашим маленьким посетителям, и не только маленьким, попробовать шоколад, безусловно. И, кроме всего прочего, всевозможные мастер-классы. То есть после завершения осмотра этой выставки каждый ребенок сможет нарисовать что-нибудь при помощи шоколада и унести это домой. А кроме того, организаторы обещают провести шахматно-шашечные турниры, разыграть килограмм натурального шоколаду и сделать солодкие подарунки наведывальникам у день усіх закаханных. Ганна Ковалева, Александр Мурашкин, Гомель.